8 часов утра в Лондоне, 10 часов утра в Киеве, 11 в Москве. Американцы еще спят. Сегодня 24 марта 2017-го, пятница. Доброе утро, меня зовут Александр Лосев. И по традиции обзор международного межбанковского валютного рынка по основным валютам мира, а также по золоту и нефти по этим рынкам с использованием главных фундаментальных и технических методов анализа. Как меня видно, как меня слышно, прошу отразить это в плюсиками в чат, если все хорошо. Если есть какие-то замечания, прошу сейчас написать. Все отлично. Ихар, спасибо. Продолжаем сегодняшний обзор, и он будет состоять по традиции из двух частей. То есть в первой части мы посмотрим макроэкономические новости за минувшие сутки, а во второй части мы включим графики и посмотрим их с точки зрения технического анализа. В конце же обзора, если останется время, я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Итак, что день грядущий нам готовит? Актуальные тренды финансовых рынков, какие торговые идеи можно сегодня увидеть или оставаться вне рынка? Мы попытаемся выяснить. В мартовском докладе правительство Японии повысило оценку некоторых сфер экономики, но в целом не изменило своего мнения. В вышедшем в четверг, то есть вчера, докладе дана более высокая оценка, чем прежде. Оценка личного потребления и прибыли компаний. По мнению правительства, экономика восстанавливается умеренными темпами, несмотря на задержку улучшения ситуации в некоторых сферах. Европа. Европа предложит Британии новое соглашение о зоне свободной торговли. Европейские переговорщики намерены в перспективе предложить Соединенному Королевству совершенно новое соглашение о свободной торговле с ЕС. Однако сначала нужно уточнить условия выхода Великобритании из Союза, заявил возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье, передает Deutsche Welle. Барнье также отметил, что Лондон должен выполнить все финансовые обязательства, которые страна набрала на себя в качестве члена ЕС. При этом, по его словам, выход Великобритании из ЕС без достижения соответствующего соглашения сулит неопределенность и серьезные проблемы для самой Великобритании. «Мы не хотим такого сценария, мы желаем достичь соглашения», — добавил Барнье. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла о жестком сценарии выхода страны из ЕС, который предусматривает уход Британии с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства. Исключение из таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге также предполагается. Мэй уведомит руководство ЕС о начале Brexit 29 марта. Розничные продажи в Великобритании в феврале восстановились после падения в течение 3 месяцев подряд. Германия. В ближайшие месяцы положительное сальдо текущего счета платежного баланса возможно сократиться благодаря сильному внутреннему спросу, сказано в опубликованном в четверг докладе Министерства финансов Германии. В нем также содержится ответ на критику в адрес Берлина в формате предупреждения о том, что изменение бизнес-модели Германии может негативно отразиться на других странах. Пара евро-доллар в четверг в целом провела в боковике, хотя и закрылась немного ниже открытия 1.0780 против 1.0790. Этому способствовали противоречивые данные из Соединенных Штатов Америки. Продажи новых домов в феврале оказались лучше ожиданий экспертов, а первичные заявки на пособие по безработице, напротив, хуже. Утром пятницы снижение пары евро-доллар продолжилось. Котировки опустились в область 1.0760, 1.0770. Сегодня в ЕС опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе, а в США обнародуют заказы на товары длительного пользования, а Конгресс будет голосовать за законопроект о медицинской реформе. И коль мы начали говорить о Соединенных Штатах, то более подробно. Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США показал рост до 258 тысяч при прогнозе в 240 тысяч и предыдущем значении в 241 тысячу до пересмотра. Недельный индикатор является довольно волатильным, но в последние недели здесь
не появлялось столь неприятных сюрпризов. Глава Федрезерва США Джанет Йеллен свою речь посвятила на рынку труда и была предельно сдержанной, даже академично вчера. Рынок прослушал лекцию о положении дел внутри непроблемного в целом сектора экономики и не получил ровным счетом никаких указаний на время повышения ставки процентной в будущем. Пока наиболее вероятным сроком очередного пересмотра процентной ставки на повышение является июнь. Среди прочего, Джанет Йеллен заявила, обеспечение сильной основы для детей создает сильную основу для всей экономики в будущем. Один из пяти взрослых в опросе ФРС в детстве сталкивался с проблемами голода, безопасности, стабильной социальной помощи. Опрос Федеральной резервной системы подчеркивает важность развития основных рабочих умений и навыков с детства. Йеллен не комментировала ситуацию в экономике и монетарную политику ФРС. Но фокус внимания рынка сосредоточен на голосовании в Конгрессе по реформам программы Obamacare. Это очень важно в свете реализации президентом Дональдом Трампом своей стратегии по изменению налоговой системы государства. Положительный исход голосования, если, конечно, дело не затянется на неделе, поддержит доллар США больше, чем кажется на первый взгляд. Американская валюта давно ждет хороших новостей. Новости о Саудовской Аравии, а также рынка нефти. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах и рейтинг дефолта эмитента Саудовской Аравии с АА- до А+. Прогноз стабильный, об этом говорится в сообщении агентства. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочные рейтинги Саудовской Аравии в иностранной и национальных валютах на уровне F1+. Агентство также отмечает, что продолжает сомневаться в реализации масштабной программы реформ правительства. К негативному рейтингу действительно может привести неспособность правительства страны осуществить финансовые реформы или если цены на нефть вновь начнут падать. Позитивное рейтинговое действие возможно в случае устойчивого периода повышения цен на нефть. Сегодня утром нефть демонстрировала, кстати говоря, незначительный рост с $50.60 до $50.75 за бочку. Вечером, как обычно, по пятницам выйдет отчет Baker Hughes по числу активных нефтяных платформ в Соединенных Штатах. Недели ранее их число достигло 631. Сильный рост этого показателя отправит цены вниз, скорее всего. Итак, в обзоре были использованы материалы Владислава Антонова, Анны Бодровой, Эдуарда Сунгатулина, Натальи Индеевой и Вадима Юсуба. Через мгновение мы посмотрим экономический календарь. Итак, давайте посмотрим на четверг, 23 марта, что было вчера. Фактически то, о чем говорилось в обзоре, оно свершилось. В Великобритании розничные продажи по сравнению с предыдущим годом выросли. Розничные продажи по сравнению с предыдущим месяцем также выросли. Розничные продажи без учета топлива и розничные продажи без учета топлива по сравнению с годом и месяцем также выросли. Как бы экономика демонстрирует рост. Вчера было выступление Джанет Йеллен. Время указано по восточноевропейскому времени в данном календаре, поэтому делайте поправки согласно того временного пояса, в котором вы сейчас находитесь. В США, как говорилось, продажи новых домов также выросли до 0,592. Продажи новых домов в процентном соотношении за февраль тоже выросли. То есть, как бы американская экономика демонстрирует, видимо, рост, потому как продажи новых домов – это один из очень важных индикаторов. В Европе уровень доверия потребителей также немножко подрос. Он оказался в положительной зоне и составил 5 по сравнению с предыдущими значениями. Да, то есть фактическое было минус 0,6,2. Вот, да. То есть у нас здесь вот эта колонка предыдущие значения, да. То есть дальше 0,6,2. Прогноз у нас был по Европе минус 5,7, а реальное значение 5. Торговый баланс в Новой Зеландии вышел вчера поздно вечером. Вот торговый баланс, он отрицательный на данный момент.
Это значит, что экспорт из Новой Зеландии меньше интересует потребителей, чем импорт. То есть экспорт Новой Зеландии меньше, чем импорт, то есть возимых товаров. Это показывает отрицательный торговый баланс. Это не очень хорошо для новозеландской экономики. Импорт точно так же упал в Новую Зеландию. То есть идет небольшой экономический спад. И торговый баланс за февраль тоже демонстрирует отрицательный рост по сравнению с предыдущим годом. Это значит, что, опять же, экспорт новозеландских товаров недостаточно высок для того, чтобы поддерживать экономику Новой Зеландии в хорошем состоянии, по крайней мере, в состоянии роста. Итак, что сегодня? Сегодня, как говорилось, нас ожидают достаточно интересные новости. Тем не менее, сегодня ночью вот в Японии вышел точно так же данные по иностранным инвестициям. Иностранные инвестиции в Японию также, видимо, падают. Инвестиции японские в иностранные облигации сокращаются. Мы видим здесь положительное значение. Это значит, что японцы продают иностранные бумаги. Вот, и меньше вкладывают средства. Вот, чистый результат демонстрирует разность между показателями притока и оттока капитала. Положительное значение указывает на чистые продажи иностранных ценных бумаг резидентами, то есть приток капитала. Отрицательное — на чистые покупки иностранных активов. То есть у нас значение положительное. То есть иностранные активы в Японии не покупаются. По крайней мере, об этом говорит статистика. Индекс опережающих индикаторов в Японии достаточно высок для того, чтобы говорить, что экономика, в общем-то, демонстрирует неплохие показатели. Все, что выше 50%, является хорошим показателем. Это индекс опережающих индикаторов. Он отражает состояние японской экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным или бычьим фактором для иена. Значение показателя ниже 50 – негативным. Мы сегодня посмотрим графики, как это все отражается на графиках. Посмотрим графики обязательно с точки зрения текущего анализа технического. Итак, Германия. Индекс деловой активности в Германии будет выходить в 10.30 после окончания сегодняшнего обзора, да, по восточноевропейскому времени. Индекс деловой активности в производственном секторе Market Map. Вот индекс деловой активности в секторе услуг. Составной индекс деловой активности в производственном секторе выйдет в Европе сегодня, то есть средняя волатильность ожидается. Вот индекс деловой активности в производственном секторе Market Up, индекс деловой активности в секторе услуг. Точно так же. В Соединенных Штатах Америки в 14.30 заказан товары длительного пользования без учета транспорта. Заказан товары длительного пользования. Вот. И в Канаде в 14.30 индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим, мы посмотрим, да, с февралем. И базовый индекс потребительских цен от Банка Канады по сравнению с предыдущим годом. То есть по Канаде сегодня будут выходить кое-какие данные, возможно, средняя волатильность. Здесь же так, в 15.30 базовый индекс потребительских цен от Банка Канады. Опять же. Ну а вечером, к вечеру пятницы, особо сильных новостей не ожидается. Люди будут уходить на выходные. И, в общем-то, основная часть движения, возможно, будет в 14.30, в течение там часа или двух. Ну, как отразятся эти данные на котировках, мы посмотрим ближе к вечеру. Сейчас же, уважаемые друзья, мы переходим с вами к обзору, техническому обзору валютных пар. По традиции мы с вами начнем обзор с японской иены, о которой уже говорилось. Сейчас на графике включена часовка. Вот, то есть весь наш сценарий, который мы с 17 марта видели в будущем, то есть наш взгляд касался падения доллара и роста японской иены, он состоялся. То есть вот здесь, по сути дела, можно было в этих раз... два в этих двух движениях взять хорошую прибыль. Сейчас же рынок залегает в коррекцию. Вчера вы видите как бы вчерашнюю разметку, да, то есть коррекционная волна и откат
в эту зону. Вчера я рекомендовал фиксировать прибыль. По сути дела, выход из рынка был вот здесь. Если подтягивать стопы, да, сейчас обозначим это красным цветом. То есть мы фиксировали прибыль вот здесь, в положительной зоне. Точки входа были вот тут. То есть сейчас рынок коррекция, сейчас мы здесь ничего не делаем, по крайней мере, по часу мы просто ждем. Уже первая дивергенция здесь была достаточно сильная, здесь дивергенцию передавило, значит, у рынка был потенциал. На 4 часах мы видим, что индикатор возвращается к нулю. Здесь, возможно, движение будет следующим, если по 4 часам смотреть, здесь, скорее всего, будет вот такая вот коррекция. По традиции, вот здесь пробили, сняли позиции на низ, забрали позиции, потянули наверх, здесь кого-то закрыли по стопам. Сейчас рынок начинает, скажем так, болтанку и начинает выносить тех трейдеров, которые менее опытные и зашли на низ вот здесь в конце движения. Вероятно, будет вот такой сценарий. Скорее всего, это будет вот такой вот боковик, хотя может быть какое-то пробитие снова вниз. Когда это состоится, я пока что сказать вам не могу. Может быть поход наверх, но скорее всего здесь будет вот коррекция в эту целевую зону. По Fibonacci можем будет посмотреть, померить. 38.50, либо 61.8, рынок вероятно зайдет вот сюда. Впрочем, если смотреть вот на предыдущий характер рынка, можно было бы и позаходить вот здесь тоже на низ. То есть это зона продаж. По сути дела, что делает рынок? Рынок пробил вот этот уровень по на отметке 111.60, закрепился под ним, фактически добил снова вот сюда, к этому уровню, да, по традиции, по классике жанра. Вот, и здесь уже как бы на большем таймфрейме формирует точку входа. То есть она может откатиться вот сюда. Вот, но и может находиться просто в канале. То есть, как рынок покажет себя, мы будем наблюдать. То есть, все, что мы говорили в прошлый раз, оно состоялось. Разметку можем убирать. Да, по крайней мере, предыдущую. И смотреть на рынок по текущей ситуации уже. Пока ничего не делаем. Ждем вот здесь, либо открываем маленькими позициями на шорт. Но, возможно, еще поход вот в эту целевую зону. По традиции откат будет, наверное, большой. 38.50. В долгосрочной перспективе здесь вероятен еще поход вот сюда. После вот этого хорошего сразу движения, как всегда, будет коррекция. Может, она еще быть и глубже, если померить вот полностью вот от этого движения. 38 находится вот здесь. Так что ситуация шортовая, но говорить о том, что рынок откатился до конца, вот здесь вот как бы еще не приходится. По крайней мере, нужно немножечко подождать, пока индикатор хотя бы немножко придет вот здесь вот к нулю. То есть, по сути дела, почему шортовая? Потому что дивера на большем таймфрейме на 4 часах здесь нету. Вот. И бояться о том, что рынок улетит куда-то высоко сюда, зайдет в середину канала вот сюда, вот, основания нету, потому что рынок демонстрирует нам характер волны явно коррекционный. Австралийский доллар, думаю, перейти можно к нему. Австралийский доллар точно так же демонстрирует то, о чем мы говорили в предыдущие разы. Да, у нас была разметка по большему таймфрейму. Мы планировали, что рынок мог выбить вот сюда, еще сделать какое-то движение, но тем не менее ситуация была переломлена. Рынок пришел к белой линии Боллинджера, здесь была ситуация шортовая, по традиции могли просто снести вот эту вершину, оно и состоялось здесь на уровне 0.7738 в этом районе. Здесь забрали позиции, либо закрыли по стопам слабые деньги, и рынок ушел вниз. Почему движение такое? Вообще-то, значит, по 4 часам характер движения рынка напоминает полет моли. Для того, чтобы понять, что на самом деле происходит, нужно просто переключиться на больший таймфрейм, потому что по дню и по неделе просто здесь вот идет коррекционная волна. И рынок снова здесь входит, видимо, в канал. Вот сюда. Между вот этим уровнем и вот этим. То есть глобальный коридор, он сформирован
Глобальный коридор сформирован на отметках вот здесь 0,7780, да, или чуть выше, и по вот этим низинам 71,21. Вероятно, сценарий будет вот такой. Поход вниз, один из сценариев, который мы и предполагали. То есть вот здесь четкий, сильный уровень сопротивления, от которого рынок, по сути дела, отталкивается. То есть для долгосрочников вот здесь шорты, вот здесь рынок демонстрировал большими тенями заход в шорты. И поэтому для тех, кто работает в долгосроке, впрочем-то, это их ситуация для входа на низ. Почему на низ и почему будет еще движение? Да потому что вот здесь еще нет дивергенции с пересечением нуля, достаточно сильной, ясной, четкой и понятной. И по ходу рынка, скорее всего, еще будет вот к этой целевой зоне, вот к этой низине. По крайней мере, я не вижу для этого никаких препятствий, для того, чтобы это состоялось. Я не знаю, кто как работает, по каким таймфреймам. Я думаю, что среди наших зрителей есть и долгосрочники, среднесрочники и внутридневные трейдеры. Внутри дня я пока здесь не вижу ничего внятного, потому что здесь может происходить все, что угодно. Может быть, возврат к этой цели. Тогда вход на низ. Ну, по крайней мере, для меня 30-минутка очень короткий таймфрейм. Я уже говорил не раз, я просто, ну, как бы не успеваю следить за рынком. Для меня час, 4, день. Нормальная. По новозеландцу. По новозеландцу, в общем-то, тоже никаких сюрпризов не было. С одной стороны, мы ждали вот здесь вот сигналы, да, для захода на низ. Мы в прошлый раз говорили, что рынок снова может прийти сюда. Он пришел, но за белую линию не зашел. Все равно ситуация вот в этом отрезке была шортовая. Сейчас же говорить о том, что продолжать продажи можно, я не думаю. Здесь, скорее всего, нужно подтягивать потихонечку стопы по одной простой причине. Вот в данный момент, как бы, да, с одной стороны, вроде бы как ситуация шортовая. Но с другой стороны, если посмотреть на крупный таймфрейм, рынок может уйти наверх. То есть, с одной стороны, как бы, вроде бы вот эта цель, да, вот, предыдущим вершинам. Но этого может и не произойти. То есть, рынок может вот здесь, в канале, отойти наверх. Еще. Почему это может произойти? Потому что на дневке, вот здесь вот, я сейчас поубираю все это, чтобы вы четко увидели график. На дневке. Дневка интересная вообще вещь. Сейчас демонстрируют по новозеландцу. По сути дела, у дневки есть вот здесь импульс, вот этот. Есть коррекция, вот это. И очень вероятно, что рынок снова пойдет вот к вершине вот этого глобального канала. То есть, по сути дела, на меньшем таймфрейме ситуация шортовая, да, вот здесь еще нет дивергенции, но здесь можно попасться. То есть, фактически, здесь, с одной стороны, рынок может уже продемонстрировать точку входа на бай. Вот здесь вот. То есть, по сути дела, можно размещать как бы вот здесь ордера на покупку, но с короткими стопами. Может еще и повыносить, то есть здесь ситуация, это, скажем, немножечко стрёмная. Но, по крайней мере, будем наблюдать, и те же, кто знает эту ситуацию, может ее обыграть дальше. Рынок может еще провалиться ниже. Посмотрим по целевой зоне. То есть рынок уже 38,50 пришел, может прийти к 61,8. Все возможно. Ну, по крайней мере, посмотрим, как закроется 4-часовая свеча. То есть это уже будет четким, ясным сигналом, показывающим, что будет как бы дальше. Но выстрел, поход наверх, вот здесь как по дневке отмечается, может состояться. Доллар-франк. По доллар-франку у нас была хорошая ситуация в прошлый раз. Да, говорилось, вот у нас были точки входа вот здесь, четкие, ясные, понятные, однозначные. Наш прогноз состоялся. Здесь можно было взять хорошее движение. Сейчас немножко покажу. Здесь у нас предыдущая разметка. Вот, то есть в прошлый раз было показано, когда еще не было дивергенции, да, что вот дивергенции не было, но тем не менее, вот если предыдущие выпуски посмотреть, да, вот здесь вот еще пока ничего не было, говорилось точка входа. Точки входа состоялись, по ходу рынка тоже состоялся. Вот этот кусочек ясный, четкий и понятный мы взяли. Вот теперь же, вот вчерашняя разметка. Рынок практически прошел в точь, как мы показали, да, ну по времени единственное, что не совпало. То есть он дошел сюда, забрал здесь стопы и пошел снова вниз.
Это было в 7 часов 30 минут утра. Почему это произошло? Потому что на большем таймфрейме еще нет пересечения нуля и дивергенции на пересечении нуля. На меньшем таймфрейме мы видим первую дивергенцию без пересечения нуля, и, естественно, откат должен был быть более глубокий, чем вот здесь. Этот рынок и продемонстрировал. Ситуация все равно шортовая. И здесь, в общем-то, можно заходить в шорт. Вопрос в другом, закончилась ли вот эта вот коррекция или нет, или может достать вот до этого уровня. То есть, опять же, не рекомендую работать одним ордером. Если мы зашли здесь на шорт, да, или здесь на шорт, если рынок может подняться еще выше, мы можем еще открыть позиции по более лучшим ценам. Опять же, нужно соблюдать мани-менеджмент и ограничивать свои убытки стоп-лоссами, которые обоснованы. То есть здесь еще есть какая-то возможность, какая-то добитие по дневке, по неделе тоже. То есть уровни здесь отмечены 0.9965, да? Были. Немножко их до них не достал. Скорее всего, был вот здесь, вот бил вот по вот этим низинам. Итак, переходим, наверное, к фунту через мгновение. Фунт продолжает ползти наверх. Другими словами, это обозначить нельзя. Просто ползет. Он не падает и не растет. Просто идет вот такой восходящий боковик по часовке. То есть то, что мы говорили вот здесь, состоялось. Он продолжает медленно стремиться наверх. Сила его иссякает. Здесь уже на рынке видны первые дивергенции на часовке. На 4 часах, как и говорилось, тоже. А здесь первая дивергенция тоже намечается. Фактически здесь два пика одинаковых, либо второй чуть выше. Тем не менее, здесь вероятнее всего, здесь еще какой-то будет вот здесь вот пик. То есть, а здесь будет немножко выше. То есть, мы ожидали вчера более глубокий уход вот к этим уровням. Этого не состоялось, рынок пошел по характеру немножко по-другому. Вот. Но фактически то, о чем говорилось, рынок сделал. Просто движение вот здесь оказалось более медленным. Вернее всего, рынок ползет к отметке 1.2566, чтобы прийти вот сюда. Скорее всего, снова цена зайдет за белый уровень Боллинджера. То есть вот здесь, в этой ситуации, я как бы не торгую, сейчас просто наблюдаю за рынком, потому что однозначной ситуации какой-то нету на меньших таймфреймах. По дневке у нас ситуация шортовая вот в этой зоне. В этой зоне у нас ситуация шортовая. Если рынок придет сюда или сюда, можно шортиться потихоньку, не спеша. Но опять же, здесь надо дождаться кое-какой дивергенции. Становиться под дневки на шорт. Почему? Потому что вот тут вот у нас еще нет дивергенции с пересечением нуля. И мы можем зайти в продолжение предыдущего импульса. По сути дела, это график недельного периода. То есть рынок нам демонстрирует четкий паттерн. Уход может быть действительно вот сюда, его может быть пробить, он может уйти вверх. Но я не думаю, что рынок перебьет вот эти вершины. Поэтому сейчас ждем и, в общем-то, как бы можно зайти будет на долгосрок. По канадцу ситуация неопределенная. По часовке здесь просто идет болтанка, просто коррекция. Вот. Сейчас что-то сказать определенное нельзя. Потому что по дневке тоже идет коррекция. Вот здесь вот. По сути дела, конечно, как бы рынок мог бы сделать движение на низ. Но четкого паттерна, по крайней мере, я не вижу. На низ это слишком далеко, я, наверное, вот сюда вот какое-то движение. Но для меня ситуация неопределенная. Может быть, по дневке он еще сделает падение вот сюда. По крайней мере, здесь что-либо говорить, ну, тяжело. Хотя, в общем-то, вроде бы шортовая ситуация. Если рассматривать просто движение и работу внутри канала. Понедельки тоже все вот, все идет в боковике. Поэтому здесь пока работать я не думаю, что можно. Евро-доллар, та самая
легендарная валютная пара, да, рынок снова движется наверх, скорее всего, будет заходить вот в эту зону, да, по крайней мере, вот здесь мы видим формирование сегодняшнее. Вот, коррекция, будет наверняка следующий импульс. Алмаз не состоялся с сильным походом на низ, как я говорил вчера. Вот, то есть предполагалось, что он может идти сюда, вот сюда, может и не уйти, вот сюда, это к отметке 1.0716, этого не произошло, сейчас, видимо, будет поход наверх, вот в эту зону, к отметке 1.0850, 1.0849, может быть выше, плюс-минус, ну и цена, вероятнее всего, встретится с белой линией Буллинджера, вот здесь шортовая зона. По долгосроку, по дню. Поэтому, вероятнее всего, откроемся вот здесь на шорт, когда он придет вот сюда. По сути дела, почему на шорт? Потому что у нас евро-доллар просто-таки демонстрирует уже не импульс с заходом наверх, снова в середину канала, а просто коррекцию вот от этого движения. Здесь можно посчитать первая, вторая, третья волна по Эллиоту, А, Б, С коррекция четвертой волны и поход в пятую волну. И если рынок сделает вот полный 5-волновой цикл, то будет считаться волна 1 в походе на низ. Вот сюда. Вот здесь такого движения, вот здесь, как было раньше, вот в январе 2016-го, его уже нет. То есть все, что, весь потенциал похода наверх рынок выбрал. Вот это уже не потенциал похода наверх. Здесь шортовая ситуация. По золоту произошло то, что произошло, говорил вчера. Кто зашел по золоту, ставьте здесь защитные стопы, здесь вашу прибыль, которую вы могли взять вот тут, рынок бы уже закрыл. Ситуация была на бай, но поскольку она была на 30 минутке, на часе, я тоже не заходил, это для меня маленький таймфрейм. Марка Brent движется согласно нашим прогнозам. Вероятнее это будет коридор, вероятнее будет откат сюда, зайдет сюда, может тоже зашортиться и как бы ждем на отметке 48.50, а там дальше посмотрим. В общем-то рынок пока еще зреет, то есть паттерн четкий и ясный. Здесь скорее всего будет пересечение нуля или ноль. Итак, друзья мои, как бы на сегодня все, да, переходим к завершающей части. Сегодня пятница, конец недели, впереди выходные. Желаю вам хорошо отдохнуть. Напомню, что в понедельник у нас будет базовый курс по валютной торговле в нашем Днепропетровском филиале. Будет он проходить с 11 до 12.30 по восточноевропейскому времени, которое совпадает с временем киевским. Можно зайти онлайн, можно посетить семинар, будет очно, предварительно зарегистрировавшись по телефонам, которые будут в конце указаны. Вот. Семинар будет проходить с 27 по 31 число каждый день, полтора часа. Это бесплатный курс, так что приходите, регистрируйтесь, это, скорее всего, будет интересно новичкам. Традиционный обзор валютных рынков состоится в понедельник в 10 утра по восточноевропейскому времени. Так что встретимся снова. Я уже с вами сегодня прощаюсь. Торгуйте с нами, торгуйте как мы, торгуйте лучше нас. Стабильного профита и бесстрессовой вам торговли. Всего доброго, до свидания. К сожалению, на вопрос уже, наверное, не остается времени ответить. Вот, если есть вопросы, напишите в чат, я прочитаю их и постараюсь в понедельник их отразить, если они были. Итак, прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока.